Это шлок. Короче, я проснулся сегодня, а вчера я спал. Вот. И перед тем, как спать, короче, решил стать чемпионом мира. Пока только хуй знает где, хуй знает как. Но не суть. Кому нахуй нужна эта информация? Вообще никому, кроме меня. Но в этом-то вся и прелесть. Короче, тут я буду, и буду выкидывать всякие штучки, гадости всякие. Там около спортивной, около музыкальной тематики. Что-то пилить, что-то делать, что-то показывать. Что вкидывать какие-нибудь комментарии по тому или иному поводу, если они будут. Пока хватит. Дальше решим, что с этим делать. Смешное, что я мог на себя открывал дверь. То, что люди... Герои, физио. Я герой, блядь. Твои хрити. Слава героям. Слава КПСС. КПСС. Сука, не хочу жить, Никита. Нормально, пошли качаться. Пойдем качаться. Пошли качаться. Тогда не так быстро будет. Бабушка, мы... Да. Ребят, не грустно. Ну что я могу сделать для этого? О, грузит. Все, пиздец, грузил. Ну все, пошло нахуй. Я погружаюсь в спортзал, хочу поговорить с тобой. Через 2 часа. А в зале стесняюсь снимать, поэтому я не буду этим снимать. Едет Никитос, опасный таракан. Залетает на толкан, будет трахать вашу маму. Yes. Вот такие песни Булдар очень нравятся. Ну, крутые песни. Итак, я вернулся с тренировочки. Заебался пизда, там 3-4 часа был. Я забываю, что нужно смотреть типа не вот сюда, не на себя, а вот сюда вот. Приколист, блядь. Пошел ты нахуй, приколист. Охуенный рис. Похуй. А еще из приколов, вот сегодня приседал 140 килограмм, похуй. Для меня это очень дохуя, если что, похуй. И меня она придавила нахуй.